Привет, народ! Итак, сегодня мы поговорим о Yamaha R1 с колесами такими же почти, как в фильме «Трон», и почему американцы именно ставят такие колеса на свои мотоциклы и хотят именно иметь такие колеса. В этом им помогает, конечно, Parker Brothers. Это компания такая тюнингованная, которая создает для фильмов всяких голливудских всякую технику интересную. Мы, конечно, помним фильмы «Бэтмен», «Трон», «Охотники за привидениями», «Трансформеры» и все остальные интересные фантастические фильмы, в которых очень необычные машины снимались. Так что эти машины как раз таки и разрабатывала компания Parker Brothers Concept. И эта компания как раз и разработала мотоцикл, то есть не мотоцикл, а именно колеса к мотоциклу, и не только к Yamaha R1, а к любому мотоциклу. Данные колеса разработаны с полыми внутренними отверстиями, как в фильме «Трон», и именно компания Parker Brothers Concept разработала съемные колеса, то есть эти, так скажем, шасси можно ставить на любой мотоцикл, не только на Yamaha R1, но также на любой мотоцикл, хозяин которого захочет именно поставить такие колеса. Данные колеса можно заказать как раз у Parker Brothers, то есть на сайте parkerbrothers.com, попробовать, да, их, как они. Но почему же американцы хотят все-таки колеса с дырочками? Вот как на этом видео. Это велосипедотроны всякие там, потом мотоциклы, мотоциклотроны, так сказать, как мы сейчас видим с фильма «Трон». Потому что этот фильм, он так сильно впечатлил, что они за границей, и не только, и многие другие компании начали создавать именно даже вот Легатрон, посмотрите. Даже Лего и то тоже решили на трона косить. Ну, в общем, это очень понравилось народу, и все дизайнеры стали создавать велосипедотроны всякие, и мотоциклы, и машины. Но вернемся к нашему Yamaha R1. Это последнее творение Parker Brothers Concept. Это набор, который может мгновенно превратить ваш мото в легкий такой быстрый мото, как типа фильм «Трон», да? То есть они, получается, создали такой комплект маятника, то есть задняя и передняя вилка, она съемная. Причем, что самое интересное, здесь нет сварки, то есть все на болтах, то есть ни одного сварочного элемента там нету. Тормозная система внутри данного цилиндрического колеса находится. И это как раз получается, что эта конструкция самая такая эффективная, самая прочная, потому что до этого конструкции несли лишь характер такой, просто показать, посидеть, сфоткаться, сделать селфи и все. То есть данный именно комплект, который разработала Parker Brothers Concept, он может уже быть рабочим, и именно на таких мото можно уже ездить, как говорится, на все 100%. И не бояться, что что-то отвалится, потому что прошлые варианты, они были отнюдь не такими прочными, как этот. Ну и, конечно, девиз Parker Brothers Concept, они говорят так, что вы сказали, что она не может быть построена, но мы все-таки его построили. Parker Brothers Concept посвящена проектированию и постройке брендовых, самых возмутительных автомобилей на планете в единственном экземпляре. Мы не верим в правила, которые держат
большинство людей. Мы говорим обратное, мы никогда не говорим, что мы не можем что-то сделать. Если вы ищете автомобиль единственный в своем роде, и для вашего фильма, производства, бизнеса, или просто если вы хотите выделиться из толпы, то вы попали по адресу, то есть это компания Parker Brothers Concept. Ну, кому интересно, могут зайти на их сайт Parker Brothers Concept и ознакомиться с их творчеством. А мы на этом заканчиваем наш клип, который уже затянулся, и до следующего видео. Всем пока, подписывайся на канал, смотри другие видео.